продолжаем. Тут вояки прессуют нас капитально. 15 штук их целых тут. А у меня аптечки на исходе уже. Ну, я не знаю, вот методично их сейчас так расстреливать, то тупо вот... Выжидать, чтобы они лезли сами. Потому что набрасываться на них это бесполезно. Хоть и уровень сложности не высокий, но они убивают лихо. Особенно если вдвоем даже вот. Да блять, пропустил его, сука. Да где он? Вон он. Блять. Чё я такой криворукий? Ну вот они, ловко. Пару выстрелов по мне и все уже, почти труп. Ну, только такой вот тактикой. Засадной. Засадным методом вот таким и выпиливать. Но они не кончаются что-то нифига. Неужели тут сделали так, что они заново респаются? Вот их как было 15, так и осталось. Вон еще один. Ну, 14 сдох. Так. Записываться надо почаще. Все-таки лучше надо было вылезти из другого места на сопки. Я бы там вылез. И их издалека расстреливать все-таки было бы лучше. Чем вот такая засадная. Так, надо патронов на пояс повесить. Ай, блядь! Ну где ты? В берете, сука, мощный какой-то. Сержант. Какой-нибудь. Ух, я вас обыщу. Ну где вы? Не, кончаются они потихонечку. Ну, тупые они, конечно, тупые. Вот мудила, убежал. Живучий, падла. Так, сохраняться лучше вот здесь. В принципе, немного их осталось. Погрызли уже хорошо их. Прикрой, сейчас я этого гада сделаю. Бинтов нет, у тебя нет бинта, а? Братишка. Это нам не надо. Бросай оружие и выходи. По-хорошему. Че, уже не хотите суваться, что ли, сюда? Не видно. Я вот вам фонариком даже смечу. На фонарик идите. Нет, не хотят. Так, а уже светает, что я с фонариком бегаю. Ну не знаю, не видать что-то пока никого. Может все-таки вылезти уже. Ах, да вас тут двое, суки. Вы вдвоем на меня, да? Уроды. Прикрой, завалим его. Пришпил его. Вот тебе.
Блять, навалилось вас тут, сука. Так, получи, распишись. Это на вышке, да, ты там, сука, стоишь? На тебя, на! Тебя с вышки надо снять. Снайпер сраный, блядь. Так, я не буду их сейчас пока обыскивать. Потом устроим зачистку эту. Так, ага. Ну, бочка. Отлично. Не уйду. Тут еще раньше эти граммофоны орали. Блин, да где ты? Ах ты, сука такая. Есть. Отходим. Ну их тут фигня осталась. Четыре тупых урода. Вон там бы я где-то появился бы на той сопке. И оттуда бы их расстреливал. Особенно если бы какая-нибудь ВСС-очка была. Или СВД бы та, про которую я говорил. На первой еще локации, на кордоне. Если бы там не забаговалось все это дело, что-то зеленое. Ага, вот вы, да, еще где? Прикроешь? Давай. Так, 13 патронов. Не надо вешать. Ты же не один тут был, да? Хотя один, никого больше не показывает. Так, ну чё? Давайте зачищать потихоньку. Патроны пригодятся, конечно же. Столько на вас ушло. Особенно бронебойных. Еще есть. Ух, тут у вас куча дебилов. Где ты? Да они сами себя взрывают. Дурачье. Так. Ух ты, у этого с глушаком. Киллер сраный. ПМ с глушаком. Баги с текстурами. Ну это из-за того, что, наверное, настройки на минимуме. Граната для меня предназначалась. Блин, опять пистолетик. С деньгами, конечно, глюк. Что нельзя сразу подобрать все. Так, блядь, навалилось вас тут. Козлов. Ну, автомата не буду разряжать. Где-то один еще. Так. У этого информация о схроне, отлично. Еще один. Блять, случайно хватаю всякую херню еще от них. Так, вот этого еще. Казалось, там ходит. Блин, да вы знатоки, смотрю. Столько информации у вас.
Так, давайте от всего ненужного поизбавляемся. Гармошки, выбросить все. ПМ. Нафиг они нам нужны. Это что такое? Пиво. Кстати, надо сожрать хлебушка и водички выпить. Так, все, пойдемте, зачем мы сюда шли? А зачем мы сюда шли? Помочь крысолову. Это где это вообще? Ага, вон где. Ага, в оригинале тут надо было пошариться и найти документы. Но это будет потом, скорее всего. Сейчас будем крысолову помогать. Так, где же тут с дыркой в голове? Иди сюда. Я как терминатор на него упру. Ну и чё? Кто с дыркой в голове? О! Батарейки, отлично. Так, я хочу проверить просто вот схрон тут или что тут. На карте он показан. Где-то еще две штуки этих. Вояк. Вот здесь это показан. Видимо, где-то на другом этаже все-таки. Не вижу я тут никаких схронов. Этого я через окно убил давным-давно. Давайте поднимемся, попробуем найти. Стопудово сейчас выпрыгнет какая-нибудь гадина. Вот он. Вот петушина, а. Не, ну все равно, даже вот несложный уровень, да, а? Мощные гады. Винтов нет, жаль. Так, ну-ка вот здесь. Нет. Блядь, глюки с текстурами. Тут нет. Ну я тогда не знаю, хрен с ним, с этим, блядь. С хроном. Не думаю, что там что-то интересное прям. Че, или давайте еще на один этаж поднимемся. Проверим уже, хрен с ним. Потом к крысолову пойдем. Так, топчется. Ух ты, бляха, какой пидор, а? Представляю, я бы сейчас на мастере бы тут мучился. Там 10 серий на один квест. Перемотаться надо. Спиной идет ко мне. А, ну он, я где загрузился, там вот туда куда-то примерно ориентировался. Ну хрен знает. А, вот, обыскать тайник. Блять, ну ничего такого интересного. Бинты только, у меня бинтов не было. Так, а я найду сейчас документы или нет? Мне же все равно нужно будет сейчас с документами идти. Блять, начинается погодка, допустим. Начинает. Нет, я документы хрен тут найду. Они, наверное, не появятся, пока мне задание не дадут. Может, они где-то здесь уже в другом месте, я не помню. Да нет, здесь-то.
это что вы тут с ними делаете? Вояки. Ладно, пойдемте, короче, крысолову. Блин, ну вот это вот беда с погодой. Сейчас опять какой-нибудь пси-шторм начнется, и что, и куда деваться? Больше тут нет нигде схронов. Нет. Ладно, пойдемте. Куда все делись, трупешники? Это что-то с оперативкой было. Вот они пропали, и сейчас текстуры нормальные стали. Молния серая. Блять, я даже не знаю, идти не идти. Такую погодку или подожди. Да чё ждать? Идти надо. Тут по дороге сейчас еще вояки будут. Вон они уже идут. Распишись. О, ебать, там это плоть горцует. Блять, ну калашик, конечно, хороший автомат, но в него нет. Да, убился. А его плоть, наверное, съел. Нет, это я его. Так, глаз плоти понадобится. Продать ему, если что. Патрончики. Так, тот второй, где он? Нет, это пустый. Вот он. Надо уже хорошее оружие какое-нибудь. Это не дело. Ух ты, какая печка прикольная. Это их сторожка же была. Тайник еще один. Тихо. Я думал, это спина плоти, а это труба какая-то. Так, вон тайничок. Надо пошариться. Эти непонятные. Ага. И где он? Тут вот я не знаю, тут может быть какой-нибудь. А, вот он. Блять, ну калаш. Больше нифига. Ладно, хрен с ним. Ну, по воде, наверное, я не пойду, там радиация, да, надо обойти. Ну, это крысолов, это тот самый солдатик, который сейчас зашубанный будет, опять же. И расскажет, где документы найти. Вроде бы. А может и нет, не помню.
патроны кончаются. Так, что-то я уже мимо пробежал. Что он там говорит? Зона проклятая. Твари. Все дыры нами затыкают. Ненавижу. Не стреляйте, пожалуйста. Капец ты, тормоз. Чё делаешь? Прячусь тут, мне проблем не надо. От кого прячешься? Ну, по военному уставу я получаю дезертир. А еще меня незаконно обвинили в убийстве. Пока я не очищу свое имя, я не могу и близко к военной базе подходить. Иначе расстрел. В чем тебя обвинили? Я из разведотряда. Нас в катакомбы послали, чтобы посмотреть, что там творится под базой. Там полная жопа. Я один убежал, остальные все мертвы. А эти ублюдки обвинили меня в убийстве всех своих товарищей. О, это вот как раз ты, наверное, там последний был, которого я не пристрелил. Катакомбы? Подземные тоннели, они ведут из НИИ за его территорию. Так, а что там стряслось все-таки? Притворяюсь, типа я не знаю. Ты мне тоже вряд ли поверишь, но я все равно расскажу. НИИ Агропром до аварии в 86 году был так называемым институтом селекции и генетики злаковых. Очевидно, использовался для испытаний экспериментальных злаковых. После аварии его обнесли забором и казарму построили. Раньше я не знал, что там в НИИ занимались, а теперь знаю, чем там в НИИ занимались, теперь знаю. Экспериментировали с генетикой животных. Если бы ты видел то зверье, которое я видел внизу, ты бы понял, как именно погибла моя группа. Да твою группу я расстрелял. Хотя там, да, еще до меня там валялись какие-то. Ну и кровосос погрыз, и зомби. У нее были щупальца вокруг рта, и она может становиться невидимой. А, это я у него спрашиваю. Да, ты откуда знаешь? Я там одну такую встретил, жуткая тварь. Так что я тебе верю. Может, я смогу поговорить с военными насчет тебя и снять подозрения? Ну, это я вряд ли уж я смогу с ними поговорить. С мертвыми. Мертвые не разговаривают. Нет, военные не станут слушать научную фантастику от какого-то сталкера. Да нет, стали бы слушать, ну, не могут уже. Но есть другой путь. В НИИ есть много старых документов, в которых говорится обо всех происходивших тут странностях. Я уверен, что в них и об этом экземпляре что-то есть. Если сможешь, достань эти документы и отнеси их бармену. Он Блядь, звук какой-то, что-то надвигается, буря какая-то. Он связан с влиятельными людьми, они его послушают. Ты знаешь, где в ней хранятся документы? В штабе, он на третьем этаже института. Там же эти чертовы бумажки, но туда еще добраться надо. Днем территория патрулируется полностью, ночью патрулей меньше. Если хочешь на базу пролезть, то сразу скажу, через ворота не пройдешь. Самый реальный путь через катакомбы, но тебе видней. Не стреляйте, пожалуйста! Да не буду. Чё ж я, не совсем конченый какой-то убийца же. Не буду. Так, возвращаемся как тут. В принципе, можно и вон там пройти. Блять, какие-то звуки. Сейчас будет жопа, если там новые военные народились. Ну вот, как я и помню, говорил же, что с ним, когда поговоришь, появятся и документы. Блин, патронов нету. Давайте-ка вот тут все выкинем ненужное, действительно уже. Вот это что, патрон с улучшенными на ПМ.
Но эти куси с Таносом пригодятся вдруг. Если полностью закончатся патроны. Будем с крысой ходить. Ну и все, больше нечего выкидывать. Артефакты сейчас продам бармену. Оружие валяется. Фонарики, пистолетики я вот повыбрасывал. На третьем этаже, ну на самый верх идти. Все, тут никого уже нет, всех перебил. Значит, ночью, говорит. Но тут такая темень, что я не знаю, как бы я пробрался. А фонарика не палят. Если бы на высоких настройках играть, наверное, не было бы такой темени. Можно было бы там подрегулировать. Но на низких тут ничего. Вот появилась эта хуйня, ее же не было, да? Теперь появилась. Так. Меченый, я сообщил о тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтобы тебя пропустили. Так что ноги в руки и к нему. Пойдемте. В оригинале тут сейчас в этот момент начинали выбегать вояки. Тут не знаю, будет сейчас, нет ли. Кстати, давайте посмотрим на наш вид. О! Видок. Другое дело. О, супер. То костюм напялил и не посмотрел сразу. Никого. Вот здесь они сразу спавнились, вояки, после разговора. Не после разговора, после речи этого жабы. Давайте походим, может быть. Так, ну тут вряд ли какой-то склон. Вот. В вагончике в этом может быть. Дешевые патроны. Ну, по-любому сейчас кто-нибудь встретится. Так, где переход? Вот тут вот эти. Тайник с припасами. Ящик. По дороге тупо идти. Это вояки, да? Ну, пусть грызет его. Собака. Все, съели они его. Отлично. А мы их обойдем. Аномалии, артефактов нет? Даже не слышно было, чтобы он стрелял в них. У него и патронов, наверное, нет. Так что и обыскивать его не стоит. Да, атмосферка, конечно, вот звуковая именно. Супер просто. Сталкеры. Но она и в Чернобыле тут, в теньке так. Ходил вчера с другом на агропром. Там так мирно, веет ветерок, военный никого не беспокоит. Сталкеры обчищают подземелья, а монстров так же мало, как в баре. Это типа намек, что радуются они там, что я всех перебил. Так, вон там артефактов полно вроде бы. В тоннеле. Но там и бандиты. Должны быть.
Ладно, пока не пойдут это. Привет, Меченый, это Крот. Мы устроили лагерь в железнодорожном туннеле на агропроме. Заглядывай в любое время, не стесняйся. Ну давайте заглянем. Ну мне некогда с вами там. Возиться. Надо в бар идти. Гришко, покойник. Крот, ты ли? Крот. А это что тут у вас? Как-то даже без матраса спит. Ты что это на голом полу? Что у тебя есть? Ничего нету. Крот. Что это у тебя за новое место? Эта территория не Агропром. Само здание института находится на юго-западе, а завод на севере. Это производственно-техническая база института. Здания давно заброшены были, и взять там нечего. Но в последнее время военные начали что-то активно искать. Встань. Ладно, не буду я с тобой разговаривать. Хотя можно было бы почитать. За ящик. О, можно выложить. Выкладывать нечего. Все нужное. Пойдемте. Или давайте уже на этом, наверное, серию закончим. Уже вон. Что там? 6 часов, 9 час. Ой, блядь, 7 час, 9 час. Трассы для нас нету. Где-нибудь. О! Чё ж нету, вот же. Больше 8 нельзя часов спать тут. Опять же, сейчас будет, проснемся ночью глубокой. О, новый ролик. Раньше вроде бы один и тот же всегда был. Подъем. А, ну это я уже встал. Так, глубокая ночь, все дрыхнут. Сушняк собьем, сушенку сожрем с хлебушком. И на этом серию закончим. А ты так и не спишь, да, Крот? А следующий уже, блин, ну ночь. Следующий отправимся в сторону бара. Все.